хотя ни на йоту не отступает от того, что Байрамов называет, это министр иностранных дел Азербайджана, называет системной политикой. Под этой системной политикой понимается циничное противопоставление Азербайджана международному праву вообще и международному гуманитарному праву в частности. Я не ошибусь, если скажу, что это, видимо, единственный случай в 21 веке, по крайней мере, когда наиболее авторитетная международная гуманитарная организация, Международный комитет Красного Креста, обвиняется в таких, я извиняюсь, международных преступлениях. Я вам напомню, что Алиев похвалялся, что он готов дать амнистию всем гражданам Нагорного Карабаха. Это означает, причем это заявление приветствовало США в лице одного из своих официальных лиц. Системная политика Азербайджана заключается в том, что он настаивает, тем более, что об этом высказалась уже администрация современной Армении, о том, что Нагорный Карабах – это неотъемлемая часть территории Азербайджана. Поэтому говорить о том, что это цивилизованные отношения, это даже не варварство, это дикость. Вы знаете, что варварству предшествовала просто дикость. И эта дикость означает, что не нарушает, не просто нарушает Азербайджан международное гуманитарное право, он, повторяю, противопоставляет себя международному гуманитарному праву при молчаливом согласии или даже при одобрении некоторых субъектов международных отношений. Я вам напомню, что в свое время Азербайджан изгнал офис ОБСЕ из Азербайджана, и это совершенно не исключено, что они могут запретить Международному комитету всяческое общение. И это надо сказать, что ведь такие отношения – это не просто же устное соглашение для того, чтобы Международный комитет Красного Креста выполнял свои функции и взятые на себя обязательства, он обязательно заключает и письменное, получает письменное согласие со стороны государства. И в данном случае Азербайджан очень спокойно может прекратить эти отношения.